Американский диетолог Тамар Самьюэлс, соучредитель Калина Хелс, назвала грецкий орех лучшим средством для борьбы с воспалением, пишет Idzys Not Zed. Как отметила специалист, орехи – одна из самых здоровых закусок, особенно в дороге. Многие орехи богаты витаминами, питательными веществами, а также обладают противовоспалительным эффектом. К примеру, миндаль включает антиоксиданты, которые также помогают снять воспаление. Антиоксиданты защищают тело от окислительного процесса, повреждающего клетки и запускающего воспаление. Диетолог добавила, что лучшим противовоспалительным средством являются грецкие орехи. Они содержат больше всего альфа-линоленовой кислоты, жирной кислоты омега-3, объяснила Сэмюэлс. Эти орехи включают витамин Е и другие фитонутриенты, такие как фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды. Ежедневное употребление грецких орехов снижает концентрацию некоторых биомаркеров воспаления, рассказала она. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие полезные видео на моем канале. А если поставите лайк, мне будет очень приятно.